успехов, процветания, хорошей работы, великолепного отдыха. Где, как не на курорте, говорить о моде, красоте и здоровье, считают организаторы, торжественно открыв и выставку, и фестиваль. Они приглашают сочинцев окунуться в мир безупречного стиля и превосходного вкуса. Территория красоты и фестиваль народных мастеров и художников России как раз проводится вот в разгар и летнего сезона, и в разгар, когда огромное количество болельщиков приехало с разных уголков нашей страны в наш город. Мы постарались сделать эту выставку и фестиваль насыщенным, интересным. Здесь собраны из разных уголков нашей страны самые необыкновенные, самые красивые вещи в единичных экземплярах. Вы будете индивидуальны, красивы и уйдете с нашей выставки с великолепным настроением. Здесь представлены основные секторы индустрии красоты, как ведущие бренды, так и новинки, которые только появились на профессиональном рынке. Демонстрация коллекции одежды сезона лето-осень 2018 различных стилей от классики до авангарда не оставила равнодушных. Выставка бьюти-инноваций, ювелирных изделий и моды проводится в Сочи в 12-й раз. Здесь представлено около 100 компаний, самые дальние из Ненецкого автономного округа. Работа мастеров расскажет о северных традициях и очарующей гармонии тундры. В основном эти товары из нашего национального материала. Это северный олень и его шкура, его кожа и также другие национальные мотивы, которые мы используем в наших предметах декора, привезли сюда на выставку. Наша страна всегда славилась людьми, которые способны своими руками создавать настоящую красоту. Современные мастера умело совмещают традиции, новые технологии, материалы, идеи, формы. Выставка «Территории красоты» и фестиваль народных мастеров России открылись в гранд-отеле «Жемчужина», продлятся до 17 июня, часы работы с 11 до 19 часов. Вход свободный. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.